До открытия Макеевского центрального парка осталось около 10 дней. Горожане с нетерпением ждут этого дня, чтобы прогуляться по чистым аллеям, подышать свежим воздухом. Однако парк не готов к встрече гостей. В самом центре зеленого уголка находится настоящая свалка. Макеевчане ситуацией возмущены. Говорят, мест для отдыха не так уж и много, а те, которые есть, засыпаны мусором. Парки убирают только центральную аллею, шаг в сторону, а там разбитые бутылки и прошлогодние пакеты. Мы давно здесь не были и пришли сейчас не в восторге, в шоке. Я считаю, что, конечно, еще нужно больше приложить усилий работникам парка, потому что дети, бутылки разбитые. В убогом состоянии парк. Работники парка, согласно с горожанами, говорят, здесь действительно еще много мусора. Его просто не успели убрать. К открытию сезона обещают ситуацию исправить. Больше убрать листвы, чтобы была зелененькая травка, чтобы не было мусора, бумаг сколько валяется с прошлого года. Однако есть проблема с вывозом мусора. Своей техники у парка для этого нет. Приходится договариваться с коммунальными предприятиями, а те слишком часто свои услуги предоставлять не могут. Вот и растут на аллеях сквера свалки. В данный момент мы все свозим на эту, это не свалка, это как бы сбор мусора. Планируется согласно мероприятиям до 26 числа с силами ООО ККП и спецкомтранса убрать это все. Парк будет полностью освобожден от мусора, от лишних веток и так далее. Та часть, которую мы сможем это осилить. Однако после майских праздников сквер снова будет засыпан бутылками, остатками еды и пакетами, прогнозируют сотрудники парка. Из опыта они знают, макеевчане культурно отдыхать не умеют. Злата Байрачна, Евгений Красюков, «Панорама».